Но есть люди, для которых делать добрые дела – это работа. Например, сотрудники фонда «Траектория надежды» регулярно помогают приюту «Мурка и Васька». Питомцы получают от благотворителей корм, бытовые принадлежности и, самое главное, лекарства. Это необходимая и самая дорогая статья расходов. В этот раз ребята привезли необходимую вакцину. Это Витофил и Мультифил. Сейчас нам нужно будет их в любом случае вакцинировать. Мы готовы принимать животных, но на определенных условиях. Самое главное – финансовая помощь. И при поступлении, когда люди к нам будут сдавать кошечек, обязательно они должны пройти осмотр ветеринара, где должны определить точный возраст, стерилизован он или кастрирован, и обязательно должны стоять вакцины. Помимо финансовой помощи, приюту требуются ковры. Они нужны для того, чтобы выстилать поверхности в домиках кошек. Всю необходимую информацию о потребностях приюта, а также про условия посещения кота-кафе «Мурка и Васька» можно узнать по телефону.